Министерство по чрезвычайным ситуациям. Произошло небольшое возгорание на строящемся здании Кузбасс-арена. В 17:57 на пульт пожарной охраны поступил сигнал о возгорании. В 17:59 сюда прибыли первые подразделения. Одновременно подали стволы для тушения очага пожара и проводить разведку о нахождении людей в очаге пожара. Через 10 минут, 18:10, была локализация, 18:12 полностью ликвидация открытого горения. Сейчас, как вы видите, проводится проливка конструкции для того, чтобы не избежать повторного возгорания. А как вам кажется, как профессионалу этого дела, не сильно ли ущерб причинен строительству и все ли будет в итоге в порядке? На первый взгляд, конечно, ущерб здесь небольшой. Хотелось бы обратиться к руководителям строящихся объектов, соблюдать требования пожарной безопасности, прежде всего при проведении сварочных работ. Спасибо большое, коллеги. Спасибо. Причина уже точно известна? Нет, причина пока неизвестна, установят наши дознаватели. Все.